канале Айверлендс. Сегодня у нас будет смузи-челлендж. У каждого из нас будет по смузи. Но какой он будет, это науке неизвестно. Пока еще. Вот у нас есть такие бумажечки, и каждый тянет по очереди. И что там будет нарисовано, то мы берем и ложим в свой стаканчик. Юзефа. Давай, кто первый? Юзефа. Ты выиграл. Груш. Покажи. Вот, грушка. Так, теперь я. Мне попался чеснок. Хорошее начало. Два зубчика чеснока. Записывайте рецепт. Теперь ты. Яблочко. Ты все уложишь. Теперь я. Мне попалось мороженое. У тебя вкусно будет. Ага, особенно с чесночком. Фу, чесноком. Очень лежите чеснок. Вот такой, как ты. Конфет. Шоколадные конфетки. Я хочу думать с фантиком. С фантиком ложить. Теперь моя очередь. Кукуруза. Теперь я буду ложить кукурузу, консервированную. У тебя интересно будет мороженое. Да, мороженое, чесночок, вообще само. И кукурузу. Теперь ты. У тебя две бумажки попалось. Мне попался банан. Бананчик, никого не обманывай. Так, теперь я. Виноградик. Ну-ну. Что же мне такое получится? Сим, на удачу. Ты. Молочко. Йогурт. Мне какие-то молочные продукты со всяким растительным. Так. Берем йогурт. Давай. Апельсинчик. Так. А мне печеньки. Печенюшечки. Квакс, квакс, квакс. Там еще побезли. Я ее побезу. Мне попался огурец. Интересное дополнение к твоему смузи. Зелененькие огурчики. Быстро, просто. Это клубничка? Да. Это клубничка? Да. Хорошо, это клубничка.
Интересная игра, клубничка. Ну, можешь есть? Безухий. Заяц безухий. И котики летают. Ну, что-то подобие. Ну, я его потом съем. Теперь давай доедай быстрее. И бери бумажку. Даже. Давай. Так. Горох. Тебе горох попался. Горошек. На горошек. Варям со шкурками. Сойдет. Так. Это ты укроп присобала. Какой-то у меня он цветной и странный. Смузи. Ну ладно. Теперь ты тянешь что-то. Конфеты. У тебя карамелька, да? Это там внутри карамельки. Ну-ну. И теперь осталась последняя бумажка для меня. Торт? Да. Вы издеваетесь? Это я поцелую. Теперь будем это все взбивать. Кто первый? Давай. Давай. Первый. Вроде бы все. Ну что, выливаем твой коктейль? Да. Ну-ну. Как пюре? Да. Так, теперь давай мой смузи. Я думаю, хватит. Выливаю свое варево. Правда, оно не вареное, ну, понятно. А теперь украшения. И у меня такой же зонтик. А у меня красный. А у меня толстенький. Ой. Ох, пин, чудо. Не сгибаюсь. Я чеснока боюсь. Я тоже боюсь. Вкусный? Блин, я только что сладкое чувствую. Это не чеснок. Еще иногда в зубы попадается укроп. Я тоже боюсь такое. Я такое пробовать. Да, я не собираюсь. Я боюсь такое пробовать. Давай я попробую.
могу даже добраться. Это просто прекрасно по сравнению с моим. Тут чувствуется горох и банан. С этим коктейлем жить можно. Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал Overlands и ставьте лайки. Пишите комментарии. Если осмелитесь такое попробовать. Сегодня у нас будет смузи челлендж. Всем привет. У нас тут всякие бумаги.